В Люберцах стартовал 13-й чемпионат России по кабельному вейкборду и вейкскейту. Открытие масштабных соревнований состоялось в день физкультурника и стало настоящим подарком для любителей экстремальных видов спорта. Подробности у Луизы Егиазарян. Чемпионат России объявляется открытым. Мероприятие такого масштаба Краскова Вейк-парк принимает впервые. Более 120 участников из 13 регионов России приехали, чтобы продемонстрировать свое мастерство и мотивировать других заниматься этим захватывающим видом спорта. По сравнению с другими спортами, здесь есть всегда дружеская атмосфера, независимо от того, из каких вы городов, соперники вы или друзья. Всегда все добродушны друг к другу. Для многих райдеров этот карьер уже знакомая локация. Среди участников соревнований воспитанники секции по вейкбордингу, открытой на базе Краскова вейк-парка. Лебедка очень классная, мне все очень нравится, фигуры тоже. Все, отлично. Будем делать все, что в моих силах. Будем кататься и получать просто удовольствие от любимого спорта. Соревнования проходят на новой кольцевой установке. Пятиопорную канатно-буксировочную дорогу длиной 620 метров открыли год назад. Тоже во время празднования Дня физкультурника. Прикладываем максимально усилия к тому, чтобы сделать популярным эти виды спорта. Ну вот, как видите, по количеству людей уже достаточно популярны. Детей тренируем, маленьких, начиная с 7 лет. У нас есть бесплатная детская секция по вторникам и четвергам. Люди с ограниченными возможностями тоже занимаются бесплатно. Чемпионат проходит по четырем дисциплинам – вейкборд и вейкскейт, где участвуют мужчины и женщины без ограничений по возрасту, вейкборд фигуры и сидячий вейкборд. В каждой категории участников определят первые, вторые и третьи места. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.